Так, а вот тормозной диск, сочлененный с приводным шкивом. Шкив тот же самый от К700 компрессора. А здесь проставка из бакелитовой фанеры. Но она на глушняк насквозь протянута 8 болтами. То есть шкив прикручен болтами 4 насквозь и в этот самый, в тормозной диск. И еще 4 болта, опять же, в тормозной диск, отдельно они еще давят сюда фанеру. Она отлакирована, и сама по себе эта фанера такая, бакелитовая. То есть это, считай, дельта-древесина. Она идет на, эта фанера, ну я ее там показывал, она идет на опалубку многоразового использования, из нее делались дно на рафик автобус, и это дно перехаживало сам этот рафик. Вот. Ну и потом это в сборе надо все... Да, здесь вот потом в фанере зажимаешь в стакарный станок тормозной вот этот вот барабан, диск. И вытачиваешь в нем вот здесь посадочные, 2 всего глубиной. И прям шлеп, чтобы он туда сел. И тогда он не будет бить. А потом уже притягиваешь, ну и она клей еще. Вот пурклей. Кстати, пурклей, да? Клейберит, фирма Клейберит. И вот его пурклей, он еще похлеще эпоксидки. Ты, говорим, заливаешь, он вспенивается. То есть по своей природе он такой же полиуретановый, как монтажная пена. Только монтажная пена, ее пальцем ковыряешь, и все. А эту ты еще ножиком не уковыряешь. Вот ногтем ты ее не уковыряешь. Она такая твердая. И он вспенивается, все заливает нормально. Так, сколько ж тут надо ж померить-то было, блин. А рулетки я не найду. По-моему, 80 вот тут. Надо делать, да. Черт. Сейчас, ребят. Так. Ну-ка. Ага. 78, да? Ага. Этот тоже у меня заглублен чуть-чуть туда тормозной диск 4 мм в нее. Так что если с диском мерить, то 83. Вот. Чик.